Полиция нашла очередного автора ложных сообщений об угрозе терактов, которые получали жители многих российских городов, в том числе и Краснодара. Это 23-летний москвич. Накануне пользователям смартфонов стали приходить анонимные СМС с призывом не посещать торговые центры и крупные гипермаркеты из-за угрозы взрыва. Автор ссылался на некое распоряжение руководства Федеральной службы судебных приставов. Это и насторожило многих вдумчивых краснодарцев, поскольку угроза терактов вне компетенции этого ведомства. В Краевом управлении ФСБ нам подтвердили, что анонимные сообщения являются дезинформацией. Не исключено, что с целью посеять панику. И это не первый случай. Буквально на прошлой неделе полиция вычислила авторов похожей рассылки в соцсетях. Киберхулиганы утверждали, что готовится серия атак на крупные торговые центры. Сначала угрозы распространялись по территории Татарстана, но меньше чем за сутки дошли до остальных регионов страны. Сейчас полиция выясняет цели, которые преследовали авторы сообщений. По данным психиатров, к подобному поведению склонны тревожные и мнительные люди. Как правило, они необщительные и живут в своем замкнутом мире. Медики говорят, что в эту группу входит около 30% населения страны.